моем капе все бурлит, дети, дети. Хочешь со мной пив, бой, хватит, вы умрете. Она запомнит эту ночь, да, она в улете. Катя, верни сотку. Привет, брат. А, кстати, о Драгстиле я вообще пьяный записал, вы поняли? Типа, я, опять же, Валера мне скинул бит, который Шайн. Мне кажется, лучше битмейкера нету, типа, в СНГ. Типа, чел реально, ну, типа... Короче, сижу что-то, бля, такой уёбанный на студии, как обычно, в Харькове. И такой, купил Драгстиля. Мы там с пацанами, ну, кое-что делали. Я такой, What the fuck, что ты делаешь с волосами? Челы ничего не делают с волосами, это типа, ну, само так. С панком пытаюсь общаться, но он со мной не хочет, походу. Шо, брат? Ложка есть? Да есть, ну посмотри где-то. Альбом? Альбом я не удалял, я просто SoundCloud скрыл, потому что он меня бесит. Типа альбом этот, ну, вообще странный, вы поняли? В Киев, брат, я напишу тебе. Не знаю, ну типа я стараюсь с ребятами поддерживать коннект. Ну как, короче, я хуй знаю, типа панк не хочет со мной общаться. Может он типа сильно занят просто, я хз, типа, да. Нет, с Глебом я не общаюсь, ребята. Можно было давно понять. Кстати, до сих пор не понимаю, почему, типа, ну, только предполагаю. Алинка, 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 my baby. С Лизером в близких, он мой брат. Трек у нас не будет когда-то, но будет. Кстати, по поводу сливов трека, бля, я просто сижу, короче, и, типа, наблюдаю вообще, что происходит. Думаю, сегодня трек выходит в 12. И просто чекаю интернет и смотрю, что, типа, песня в интернете. И я такой, what the fuck? Они еще и с обложкой слили. Это вообще странно. Я не знаю, как это произошло, но чел, который это сделал, он жесткая крыса. Поэтому не верьте никому, ребята. Ну, точнее, верьте, типа, но... Думайте 300 раз перед тем, чтобы что-то сделать. Да я уверен, что, типа, это просто я скинул, наверное, какому-то одному из корешей, и он решил, наверное, скинуть кому-то еще, и понеслось. Но это был такой последний опыт у меня, поэтому надеюсь, что больше сливов не будет. Бля, короче, купил новые кроссовки, охуенные, за 500 гривен. Ну это ж пизда полная, согласитесь. Такой рэп ебанутый нахуй. 500 гривен, ребята.
Lil Morty Broke. Еще вот пишут, Ализа мне свела, мне что? Короче, девочка, которая ведет мой самый, типа, большой фан-аккаунт, она супер странная, типа, вот видите, даже пишут, что даже она слила мои треки. Просто я не понимаю, каким образом они оказались у таких людей. Это очень жестко. Гурам, Гурам, что ты делаешь? А? По времени сколько записываю трек? По-разному. Ну, типа, есть песни, над которыми я работал месяц, там, есть песни, которые записаны за 5 минут. Я не знаю, кто сливал, мне вообще до пизды, кто слил, типа, просто похуй, реально. Ой, блядь. Фулл альбом, наверное, начну писать с этого момента. Ребята, музон — это такая разносторонняя вещь, типа, ну, что вот просто вы так просто спрашиваете у меня, когда альбом, будто это делается все за 2, блядь, дня или, не знаю, неделю. Ну, типа, альбом — это должно быть что-то легендарное, you know? R&B клуб, shoutout. Shoutout DJ Клер. Shoutout 300 платина. И Бил Камень. Will Crystal, мой брат forever, for life, bitch. Москву обязательно, конечно, приеду, ребята, чё у меня ещё? Фейс, я знаком лично с Фейсом, максимально ровный чувак, типа, кто бы ещё ни говорил, ну, типа, он мой бро. OG Buddha. Buddha! Shout out OG Buddha. Пиздилка на улице какая-то. На блоке пиздилка. Где-то там. Таксисты бифятся, короче, на улице, типа, поворот налево, бля, врубил или нет, нахуй. Уважение имею, бля. Пацаны, большой тур по России, наверное, будет, когда я выпущу альбом, you know. Я сам очень хочу поехать к вам, но еще не время, ребят.
Марти, респект за тебя за то, что ты остаешься настоящим. Пацаны, когда вы адекватные, тогда я адекватный, понимаете? Но большинство долбоебов все равно. Просто типа аудитория СНГ — это самая, блядь, жесткая вещь, которую я видел в жизни. Понимаете? Типа, есть нормальные чуваки, окей. Которые, типа, знаете, фэны, к примеру. Они поддерживают. А есть челы, ну, которым реально на тебя похуй, но они видят, типа, и сразу агрессируют, короче. Это очень хуёво. Что за хуйня? Тапки новые купил. Охуенный пиздец. Морти, стоит ли отращивать волосы? Чувак, делай, что тебе скажет сердце. Пытался. Ну, у меня сейчас русская доска. Рассвет. Jesus good. Что? Че нахуй? Восемь и пять у меня размер. Что за хуйня, блядь? Отдай силу, брат. Че и батя орёт. Сколько много у тебя в данный момент есть демок? Много в этом году вообще будет треков? Не знаю. Демок нормально. Типа штук, мне кажется, 100. Я не знаю, ребят. Сложно говорить о таких вещах, не хочу загадывать ничего и так дальше. А чё с треком Чопа? Он вышел, чуваки, кто не... Ломал себе что-нибудь на скейте. Большой палец на ноге. В натуре, без пизды. Сейчас у меня типа с запястьем. Bad. Да сразу, ну, что-нибудь такое. Акурагей. Не знаю, пацаны. Нет, конечно. Вы чё, Акурабу, брат. Топ, конечно. Малой, на связи. Расскажу все. Пиши в директ. В этот месяц поменял 3 скейта. За этот месяц. ВК у меня есть, там в паблике ссылка на... В треке, типа. Там, где написано Lil Morty, нажимаешь туда, и она переходит на мою страницу ВКонтакте. Задавайте быстрее вопросы, потому что сишка вот заканчивается, и I'm go.
to playing Fortnite, you know? Кто знает ССК, то скоро мы будем с ним стримить, поэтому следите за новостями. Рок-треков, надеюсь, что не будет, типа. Ладно, ребятки. Love for life, bitch. Покасики.